Ну вот, я в Витебске, в городе, в котором я родился, в городе, в котором все начиналось. Я наконец-то здесь. Вот тот вокзал, с которого я когда-то уехал. Нет. Ну что, вот я и в Витебске, в своем родном городе, в городе, в котором я родился, я здесь жил, он мил и прекрасен, я наконец-то сюда попал за какое-то долгое время. Вокзал, вы только посмотрите, здесь, я не знаю, посмотрите на эту прекрасную собаку, которая... Сзади посмотрите на этот замечательный трамвай. Это просто прекрасно. Я наконец-то здесь. И здесь еще очень холодно. Ну вот, я наконец в Витебске, в своем родном городе, в городе, в котором все начиналось, и я сюда приехал, и это какая-то магия, когда ты оказываешься в своем родном месте, и весь стресс, он исчезает, и даже трава, даже газон, который рядом с вокзалом, кажется тебе чем-то родным и близким, и ты обретаешь, наконец, свое полное спокойствие. Ну, что сказать? Сейчас я, наверное, пойду прогуляюсь куда-нибудь. Нет, я, пожалуй, прилягу. Что, ты уже слинял что-то снимать? Привет. Я снимаю видос для своего канала. А я купила билеты. Круто. По сколько? За 80 тысяч на 10:25 воскресенье. А, молодец. Это для основного канала или? Не, я думаю создать еще один, ну, второй, типа, запасной канал, может быть, туда залью. Как думаешь, не рано для 50 тысяч? Не, я думаю, ты молодец. Ну, хорошо, ладно, я тогда заканчиваю с этим. Вот. Ну что? Мы пошли смотреть твою красивую северную столицу. Пошли? Пошли пройдемся. Не замерзла? Ну, как сказать, очень замерзла. Я тоже. Снимает. Это старый дом, построенный из старого кирпича в старом стиле. Возможно, здесь жили известные люди, такие как Моцарт, если он бывал в Витебске. Я не знаю, бывал ли он в Витебске. Сталин, возможно. Это тоже старый дом, только он чуть менее старый, чем предыдущий. Но выглядит, что он чуть более молодой. Смотри, Света, какой красивый, просторный дом. Угу. Возможно, в нем тоже жило много знаменитых людей. И, наверное, в таком доме я бы даже не отказался жить один. В смысле, baby, как же я? Ну, в смысле, вместе с тобой. Дом, который скоро рухнет, к нему пристройка и еще к нему веранда. Угу. Улица Комсомольская. В каждом городе есть улица Комсомольская. В каждом белорусском городе. И наверняка в каждой деревне... Не, в каждой деревне есть улица Советская. Насчет Комсомольской я не знаю, но мне кажется, в каждом городе размером Витебск или даже чуть меньше есть улица Комсомольская. Довольно интересный барельеф. Здесь у нас двое Даниловых, и между ними Гусев. Вот я не совсем понимаю, как так получилось, что их так разместили? Ну, получилось, что в Советском Союзе жила шведская семья. Шведская семья в Советском Союзе. В Советском Союзе. То есть, получается, у нас Гусев так называемый друг семьи, а Данилов так называемый рогач. Извините, скажите, пожалуйста, а что вы думаете вот об этом граффити, когда вы на него смотрите? Вот оно, может быть, оно вам о чем-нибудь напоминает, может, оно какой-то смысл несет. А вы пройдите чуть дальше, такое вот с листьями, это оно вот... Что это за изображение? Почему оно именно такого вида?
трудно сказать, почему такого вида. Но изображает осень. Изображает осень. Да. Приятно посмотреть, когда так изображено, когда не вот так. Ну да, когда так, это, пожалуй, не очень, да. Но замазано, здесь явно что-то было, наверняка что-то не очень красивое, что-то не очень хорошее. Я думаю, что этот человек об эротике вообще не подумал. Наверное. Либо он это очень хорошо скрыл. Нет, реально. Ну... Я знаю, что все деды очень любят говорить об эротике. Ну, как бы... Я знаю, я встречала таких на улице. Не все деды такие, не надо равнять. Я понимаю, что. Не надо равнять всех дедов под одну гребенку. Этот дед, кстати, мне понравился. Не, мне он, тоже понравился. Понимаешь, я уже ждал, что он скажет, типа, идите вы куда-нибудь, не спрашивайте меня об этой порнухе или еще о чем-то, да. То есть я был готов к такому. Без чести. Но, видишь, самый лучший ответ, пожалуй, осень. Серьезно, я бы до такого. Я бы не смог сказать такой ответ. В Витебске вы. Наверное, заметите, что здесь почти все носят черные майки. Столько черных майк вы не увидите больше нигде. Это польский дом. Он примечателен тем, что с 2001 года здесь собиралось общество поляков. Мы собираемся снять общим планом дом. А зачем он вам? Ну, просто хотим. Красивый дом. Правда? Да. Хитрите, как мы. В смысле? В смысле, почему? Ну, потому что красиво здесь, ничего нет. А вы вообще кто? Люди. Понятно. Молодые. Вы турист или организатор? Нет, туристы. Какая? Нет, мы туристы. Просто приехали сюда, в Витебск. Откуда? Из Минска. Минска. Из Минска? Да. Ну, вы знаете историю этого дома? Есть что в городе снять. Ну, польский дом, да, дом памятник старины. Ну, вот. Ну, как бы... Ну, мы сейчас закончим. Мы сейчас... Давайте закончим. Вот эти наушники, вот это вот все, это вам не нужно. Понимаете? Ну не надо этого делать. Пожалуйста. Хорошо, мы сейчас уйдем. Вот через... Сейчас буквально сейчас уйдем. Потому что столько аферистов снимают, а потом беспокоят, что вы меня правильно тоже поймете. Вы селфи сделали? Сделали. До свидания. Ну вот у нас еще один красный кирпичный дом. Я думаю, нам нужно поспешить отсюда, а то какая-нибудь бабуля выбежит и скажет, что здесь запрещено снимать. Секретный военный объект. Ну да, секретная, очередная секретная стоматология. Что-то еще можно сказать. А вот смотри, вот это вот одно из врат города. А вон, кстати, второе. Бэйби, давай залезем на крышу этого врата города. Как ты залезешь на крышу этого врата города, если оно закрыто? Ну, посмотри на это здание. Оно похоже на то здание, на крышу которого можно залезть? Ну, теоретически все здания похожи на такие здания. Ну, ты туда не залезешь. Как бы, ну, зачем лазить по крыше? Это детское занятие. Мы же уже вышли из этого возраста. Бегать по крышам опасно, в конце концов. Ну, я же говорю, что я буду бегать. Обещаю, что ты хотя бы подумаешь. Ну, что бегать? Просто залазить на крышу, это, ну... Как бы мы уже не в том возрасте, чтобы заниматься этим. Я, ну окей, я сделаю вид, что я подумаю, но я сразу говорю, что я не хочу туда лезть. Как Минск? Вот. Да. Вот ты хочешь сказать, что вот это как Минск? Ага, только деревьев чуть побольше. Деревьев чуть побольше, речка чуть побольше. Да и вообще вот, я не знаю, как ты можешь говорить, что это как Минск, когда перед тобой открывается такой вид. Ну хорошо, как свободный Минск. Что ты моешь? Я же еще не закончил даже. Что? Ну да что ты тормозишь? Чего я торможу? Ну, я еще руки мыть не закончил, а тоже вот подлазить. Ну что за одержимость такая? Ты постоянно лицо мылишь и мылишь, мылишь и мылишь, моешь и моешь. Лицо мыть — это называется умываться. Я умывался последний раз в Минске. Света, а что ты соус не берешь? Угощайся. Мама, что ты
трогаешь Свету, она сама знает, что хочет. Возьмет, захочет, возьмет, захочет, не возьмет. Ну, пусть попробует вкусный соус. Игорь, я любит сама делала. Покритиковать. Ну, а что в этом плохого, если я, по сути, деньги за это получаю? Как за, а за что ты деньги получаешь? Почему ты за это деньги получаешь? За критику? Ну, по сути, это работа моя. У меня свой канал на YouTube. Я занимаюсь летсплеями. Это как бы обзоры на видеоигры. Да, я даже не знала, что у тебя есть свой канал. И что ты там зарабатываешь прилично? Ну, как бы не то, чтобы прилично достану, но так достаточно зарабатываю, как, в принципе, как некоторые люди у нас в стране, достаточный доход. Ну, я даже не знала. Ну, мне кажется, ты же все-таки учишься уже на 4-м курсе. Ты вообще мог бы найти очень хорошую работу по своей специальности. Вот я слышала, даже в Минске есть такой Вагерминг, по-моему, да? И там как раз нужны специалисты, такие же, как, ну, по твоей специальности, ребята. Слушай, они там зарабатывают вообще сумасшедшие деньги. Ты попробовал бы, подал бы резюме туда, послал бы. И, глядишь, бы заработал бы от и до. Как ты на это смотришь? Мама, понимаешь, мне нужно содержать свой канал. Я постоянно делаю контент. Мне просто нельзя отвлекаться от этого. Потому что подписчики, они ждут моих видео. Я должен для них это делать. То есть я не могу просто взять и пойти и заниматься сразу там несколькими делами, потому что иначе из этого у меня ничего не выйдет. Ну, я не знаю, что такое твой контент. Честно сказать, я не очень соображаю, и кому вообще это интересно. Это ж, ну что, неужели это какая-то творческая работа? Я понимаю, ты там был каким-нибудь певцом, там, артистом, художником, что-то бы создавал. Ну, смотри, у меня сейчас на канале 50 тысяч подписчиков. Как бы, ну, есть... Это, наверное, много. Это все-таки много людей, я так представляю. 50 тысяч – это средненько. Угу. Я, как бы, есть разные стратегии получения прибыли с канала. Кроме партнерки, там есть еще, как бы, и с рекламы можно получать деньги. Вообще, как бы, конечно, лучше, чтобы было там 100 тысяч подписчиков, потому что, ну, как бы, тогда уже мне было бы гораздо проще тогда. Ну вот видишь, для этого нужно заниматься, для этого нужно постоянно выпускать новые видео, делать, как бы, это ж не просто так. Я, честно говоря, я даже не знаю, надо ли это. Все-таки ты бы подумал о своем будущем. Ты же не будешь всю жизнь вот так сидеть и вот этим заниматься. Ты бы, наоборот, как-то развивался, работу бы нашел, я тебе говорю, такую, ну, стоящую, которая бы способствовал развитию твоей специальности, может быть, попробовал бы. Валя, зря вы так говорите. Вообще-то Игорь очень интересный обзорщик. И вы зря говорите, что он не творческий, потому что он очень творческий. И он делает обзоры всякие интересные и злободневные, и как журналист он неплохо справляется. Ну, и конечно, он очень нравится своим подписчикам. И такими темпами, ну, вполне может стать одним из крупнейших обзорщиков в СНГ. В СНГ? Угу. Ну, для начала в СНГ, конечно. Да, но потом планы куда-нибудь подальше выйти. Он пока только на русском снимает. В принципе, даже было бы, знаете, что интересно, показать вам одно его видео. Хотите? Ну, видео, ну да, я, наверное, посмотрела бы, тем более я не видела. Ну, а ты, Свет, молодец. Не, защищаешь своего парня. Это хорошо, молодец. Включи инструктора 3D. С удовольствием посмотрю. Вот «Жигуль» как раз, чтобы не жалко было. А если я «У» поставлю, ко мне будут лучше относиться? Да, да. Для тебя только буква «У» сверху, никак иначе. О, блин. О, да. Мне кажется, была плохая идея. Тебе для начала стоит ее завести. F, D, A, P, C. О! О, что это? Вау, какой-то экшен. Уже начинается экшен. Посмотри, тут Чикатило за рулем. Это ты.
Бэйби, что мне делать? Помоги мне. Я не знаю. О, что я делаю? Ты двигаешь сиденье вперед-назад. Ты просто давишь на газ, и все. У тебя даже машина не заведена, передача не включена. Так я на газ давлю? Это что? Вот, смотри, вот так ты давишь на газ. Вон у тебя педаль газа. Ага. Вот, а что, фонарик? Да, фонарик. А почему не горит все время? Я хочу подсвечивать дорогу. Здесь наверняка есть... А это что такое? Это аварийка. Женщина села в машину. Помигала аварийкой, поморгала фарами, включила заднюю передачу, но все еще стоит. Когда же я получу права геймера? Да, ты не получишь права геймера. Не в этот раз. Смотри, смотри, у тебя, видишь? Ну-ка, подави на газ, нажми на газ. Вау, все. То есть я завелась, да? Да. И мне нельзя отпускать газ? Ты сейчас газуешь, как кролиный гонщик. Видишь? Давай, стартуй назад. Я уже все, я уже тебе... То есть на заднюю передачу нажать, да? Да, на заднюю передачу нужно нажать. И ты, если ты нажмешь на переднюю, случится что-то непоправимое. Отпускай сцепление. Вау, почти. Отпускай. А, у тебя ручник. У тебя же ручник включен. Как ты... Смотри, видишь, у тебя лампочка горит. Выключи это. Убери ручник. Тут еще, представляешь, тут еще поворотник есть. Но тебе можно без поворотников. Женщины так и ездят. Я должна нажать газ, сцепление и первую передачу. Да, включай первую передачу. Вот прямо сейчас. Давай, я включила. Я включила. Отпускай сцепление. Ого. Медленно и нежно. Вау, смотри, стой. Примите момент начала движения. Я попала в ЗП. Пристегните ремень. Он ты еще и не пристегнулась. То есть ты уже мертва. У тебя... Все мозги на передней панели, я тебя поздравляю. Плохие гены, слишком низкий интеллект у меня. Ничего не поделаешь с этим. Ну ладно, я попробую. Ты справишься, это все эволюция. Завелась, все, газ в пол, давай, газ в пол. Так, газ. Газ в пол. Сцепление отпускай. Отпускай сцепление. Я отпустила. Вот, все, отлично, ты поехала. Так, теперь нужно... Нет! Это было уже больше, чем 10 метров хотя бы. Давай, ты уже знаешь, как ехать примерно. Наверное, твои гены не так уж плохи. Езжай, дави на газ, чего ты? Вот, отлично. Теперь можешь выжать сцепление и переключить передачу. Давай, включай вторую. Ты сможешь, у тебя получится. Ты уже, смотри, ты уже едешь, ты неистово мотаешь головой. Я лучше поеду 20 км. Давай, переключай передачу, ты на первой так далеко не уедешь. Мне нажать сцепление? Да, выжимай сцепление, выжимай и вторую включай. Пошла, отпускай сцепление. Вот, все, давай, разгоняйся. И то же самое, третье, уже 4000 оборотов. Молодец, все, давай, 50 км в час. Ты едешь. Сейчас посмотрим, как королева пишется. На паузу ДП. Время включить аварийку. Как называется эта бибика? Это буханка. Смотри, вот ты уже тут гораздо быстрее едешь. Переключай передачу, ты сейчас двигатель себе испортишь. Конечно. Все очень сложно, да? У меня сейчас будет паническая атака. Да, она у тебя должна была начаться уже, как ты зарусел. ПБ она сидит какая-то. Да, или это я? Смотри, это примерно такая же, как ты, судя по ее поведению. Сцепление. Завелась. Жму газ. Отпускай сцепление. Ну! Да почему я не еду? Давай. Так я жму газ, можно заела. Зачем ты включила ручник? А что такое ручник? Теперь выходи, открывай капот. Что еще делают бабы, когда они не знают, что дальше делать? Они идут, открывают капот и ждут, пока кто-нибудь остановится. Ужас. Ты мизогин. Надеюсь, ты в юбке. Вот смотри, ты уже едешь, как нормальный человек, правда, с нарушением скоростного режима. Езжай на красный, видишь, никого нету. Что ты делаешь? Ты бабуля давишь? Тебе в GTA нужно играть. О боже, когда ты получишь права? Ну, не знаю, очень скоро. Ты мне сообщи, чтобы я знал, когда не выходить в город. Вот это вот очень про тебя. Так, все, не надо. От бордюра к двойной сплошной. Не пересекай двойную сплошную, нельзя. В смысле, она не сплошная? Я не знаю, куда ехать. Выезд за пределы проезжей части. Я заехала во двор. Не выезжайте за пределы проезжей части. Выезд за пределы проезжей части.
года. Тот момент, когда феминизм зашел слишком далеко. Такого я еще не видел. Смотри, твоя любимая бабушка идет. Чикатило. Классный парень, рэпер. Сидевший. Девушка. Сидевший. Ламберджеки. Хипстеры. Девушка, бабуля. Рабочий. Степка. Инженер Васечкин. Его друг. Феминизм — это сила. И он никогда не зайдет слишком далеко. Киса не хочет ко мне. Бэйби. Вставай. Я уже встал. В смысле? Ты же телефон мне не начал проверять, значит, ты еще спишь. Ну что, завтракать? Угу. На, держи кашку, бэйби. Спасибо, бэйби. А ты что, не будешь завтракать? Не, я не буду, я только кофе выпью. Я не могу без завтрака. Ой. Чего ты? Писька болит. Что такое? Даже цистит начинается. Может, есть какие-то лекарства от цистита? С цист в названии. Я сейчас пойду посмотрю, окей? Слушай, тут ничего нету, ты можешь сама подойти посмотреть. Ладно, бэйби, я тебе верю. Вряд ли что-то такое есть. Сейчас я поищу что-нибудь по приложению. Ну, вот в 2 километрах. Есть за 75 тысяч лекарств. Так давай ты тут полежишь, я сбегаю пока. Ну, о чем ты говоришь, бэйби? Я не так уж плохо себя чувствую. Выйдем вместе в город и купим. Джонатан Блоу, он как бы не первый, кто преодолел вот этот кризис между геймплеем и сценарием. Но его заслуга в том, вообще он гений в том, как он это сделал, как вот с эстетической точки зрения красиво он обошел это. И в The Witness ты чувствуешь, то есть там важен именно сам процесс обучения. Ты чувствуешь то, что ты полностью вовлечен в процесс, это как тест на IQ, понимаешь? Вот. Подожди, где место сосредоточиться? Мне кажется, мы близко от нашей аптеки. А, знаешь что? Хотя, знаешь, если мы проедем еще пару остановок, тогда будем... Тогда купим на 20 тысяч дешевле. Окей, хорошо. Вот, Джонатан Блоу в конце, он вообще, он извлекает катарсис из происходящего. То есть он показывает, насколько то, что ты вообще являешься частью игры. Понимаешь?
Если честно, то нет, не понимаю. Улица Маленская. Чего? Ну, я как бы не особо тебя слушаю. Осторожно. Двери зачиняются. Ну, хорошо, окей. Может, ты хочешь через плитер музыку послушать? Игорь. Знаешь, когда я захожу, захочу послушать музыку через плитер? Знаешь, когда я сдохну, ты повезешь меня в морг. Я понял? Я болею. Окей. Хорошо. Слишком плохо, я не могу общаться с провизором. Хорошо, только дай мне телефон, я чтобы прочитал название. Сейчас. Держи. Она не работает. Я купил таблетки. Спасибо, бэйби. Даже водичку купил. Да. Ну что, тебе уже лучше? Как ты себе представляешь? Может, тебе спокойнее просто? Да. Да? Ну тогда давай продолжим нашу экскурсию, пойдем в центр. Пойдем. В этом сквере, вот где эти яблоки, здесь были сходки по линейке. И я сюда ходил и общался с разными своими линейщиками. Так мой бэйби полный задр? Ну я не задр, это же, ну надо было с кем-то общаться, это просто как, ну часть социализации что ли, со своими школьными... Вообще не общался, потому что мне с ними не о чем было поговорить. А с этими ребятами, как бы с ними гораздо легче было найти общий язык, гораздо больше тем было для общения. А ты чем занималась в это время вообще? Ходила на сходки анимешников на Минском вокзале. Анимешников. Сколько ж ты тогда весила? Мы с тобой прям как мистер и миссис Гик. Дорогу наградили орденом Ленина. Железную дорогу наградили орденом Ленина. Вот я понимаю, человека наградить, да, орденом Ленина. Вообще каким-нибудь орденом там и... Ну, просто наградить. Как можно наградить железную дорогу? Это подойти к рельсам, типа, и положить медаль на рельсы. Вот с этим торговым центром у меня связано много воспоминаний, поскольку в детстве я в него забегал и покупал себе... Ну, покупал, менял всякие диски для PlayStation. Там было много... точек разных. Но сейчас это место в запустении, оно вообще закрыто, и там, наверное, даже уже и ничего не осталось бы, даже если бы оно было открыто. Ну, единственная игра, которая у меня вообще вызывает какие-то воспоминания, это «Русалочка». Не знаю, для какой приставки, но там было очень красиво. То есть там события игры повторяли события мультика. Ну, как бы, то есть сначала я сижу в дворце у своего короля, типа у своего отца, короля Тритона. Потом встречаюсь с акулой, от которой нужно было сбежать. Ну, просто понимаешь, Денти всегда отличается тем, что там все эти персонажи супер маленькие, да? Ну да, они не детализированы. А у меня были гигантские персонажи, как будто прям на весь экран. Ну, значит, это было не Денти. Там еще кто-то. Если бы я говорил, если бы, когда я уже сказал про жемчужины, возможно, ты бы сказал, да, точно, это было на Денти. Нет, точно было, не нужно было собирать жемчужины. Понятно. А я играл во всякие игры, туризма, тест-драйв. Сейчас я уже где-то посеял, наверное, все эти диски. И у меня еще был блокнотик,
в который я вклеивал, ну, точнее, не я вклеивал, вклеивали мои родители, поскольку они боялись давать мне клей. Они вклеивали туда фантики, этот блокнотик. Я не знаю, где он потерялся, но я бы сейчас все за него дал, потому что там было очень много наклеек, причем редких, много фантиков. В общем, жаль, что я его потерял. Но я еще помню этот запах клея, запах этих фантиков из-под турбо, вот это смешение двух запахов, оно просто, вот если бы я его сейчас занюхнул, я бы просто вспомнил сразу все детство. Вот. А вот это гимназия, в которой я учился. Вот с той горки мы катали шины прямо в стену вот этой гимназии. Шины? Покрышки? Покрышки, да. Сложно поверить, Игорь, что в гимназии таким занимались. Ну, это внешность обманчива. Эта гимназия, наверное, немножко отличалась от других заведений, которые называются гимназией. Ты дрался? Нет. Ну, этим как бы я не занимался, я просто приходил домой, играл в Vice City и, наверное, просто избегал всяких таких проблем. Со школы я только один курьезный случай помню. Это был один из первых дней. И я после этого, кстати, эту школу сразу же поменяла и отказалась от нее ходить. Маме пришлось устраивать меня в другую гимназию. И что это, интересно, за случай такой? Я пришла первый день в школу и решила познакомиться там с девочками на перерыве или на чем там, я точно не помню. Я решила, что будет прикольно подойти к ним и погавкать, потому что я была очень горда тем, как я лаю. Потому что у меня во дворе я и моя подруга Вероника, мы все время гавкали. Тащились от этого. В общем, я подошла к ним и полаяла, но девочки, к сожалению, это не оценили. Чего это? Может, ты гавкала как-то не так? Ты можешь сейчас погавкать? Не, я уже взрослая. Мне уже не 6. Ну, погавкай. Нет. Пожалуйста. Нет, бэйби, отстань. Ну что отстань? Ну ты гавкала перед девочками, а сейчас передо мной, перед парнем не можешь погавкать. Ну ты же записываешь, конечно, я не буду гавкать. Ну и что? Что я записываю? Ну тут и все. Ну блин, тут случай такой. Ну, пожалуйста, расскажи, покажи, как ты гавкала. Ну, мне интересно, послушай, ты никогда передо мной не гавкала. Ты мне сейчас рассказала откровение, Откровение? Ну, Яна, блин. Богослова. Нет, я не буду гавкать. Ну, пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Нет. Я тебя прошу. Нет. Неужели так сложно? Я боюсь громко. Ну, что за херня? Ну, Игорь. Это было какое-то тявканье, это непонятно что. Если ты подошла к своим девочкам и реально так потявкала, то я понимаю, почему они не приняли тебя. Ну, ты покажи, как ты гавкала, реально. Вон, смотри, вон Бобик. Пошли к нему погавкать. Нет, ты что, с ума сошел? Мы не пойдем гавкать собаки, это исключено. Почему? Пошли. Ну, это исключено, ну, Игорь, пошли. Ну что за фиг? Нет, ну, я не пойду, я не хочу, чтобы она нас цапнула. Она не цапнет, она дворовая. Тут она... очень много дворовых собак. И что? Ну и что? Ничего не будет. Он добрый, смотри, он прикормленный. Ой, нет. Перед Чего? Ней я точно не буду гавкать. Почему? Идем к школе, тогда Почему? Я гавкну. Почему? Идем к школе, тогда я гавкну. Я не буду гавкнуть перед собаками. Так это добрая собака, ты посмотри на нее. Она добрая, когда мы проходили сюда, она забилась под машину, скулила и И что, сейчас она не скулит, ты можешь погавкать. Я просто хочу, чтобы ты погавкала. Нет. Ну, может, если бы ты что-нибудь мне пообещал хорошо, за то, что я погавкаю? Мы подходим к гимназии, и ты здесь погавкаешь, окей? Нет! Почему? Пообещай ты сказала. Пообещай мне что-нибудь за то, что я погавкаю. А что ты хочешь? Ну, какой-нибудь снэк, конфетку. Серьезно? Всего лишь? Да. Окей, хорошо, я куплю тебе какой-нибудь снэк. Хорошо. Давай, снэк в обмен на гав-гав. Хорошо. Нормально? Да, отлично. Это как раз то, чего я ожидал. Ну, это хороший лайк. Хороший лайк. Хороший лайк. Спасибо за еду, бэйби. Не за что, бэйби. Как твое собеседование в Wargaming? Никак. Оно должно было быть в пятницу, но я не пошел. В смысле, почему ты не пошел? Не знаю, настроения, наверное, не было. Я посмотрел про вакансию
И я просто подумал, что, наверное, это не совсем мое. Что эти ребята, они просто... Ну, мне нечем их зацепить, наверное, будет. У меня нету таких видосов, которые они бы хотели увидеть от меня. Ну, в смысле, ты же просто горел от всем этим. Типа, вау, пойду, попробуюсь на вакансии сценариста в Wargaming'е. Бла-бла-бла. И раз они сами тебе написали, то как бы... Почему ты все-таки ну, не пришел? Не знаю, может, они просто приглашают тебя для отчетности. Я... Понимаешь? Вот я приду туда, да? Даже если они меня возьмут, фактически это какая-то корпорация, да, они будут просто ограничивать мою свободу. Ну ладно, ну просто ты понимаешь, как бы, ты на четвертом курсе, извини, что напоминаю, и на одном ли летсплее ты не проживешь, какими бы они крутыми не были. Ну, я все еще ищу работу, ищу себя, то, чем именно я хочу заниматься, и как оно вообще должно выглядеть. А вот ты вообще, ты сама еще, ты нашла себя вообще? Нет. Mm-hmm. Ну, я еще на втором курсе. У меня еще целых 3 года. Mm-hmm. Ну, просто ты понимаешь, как бы, людям нравится твой канал, ты супер, а ты боишься устраиваться в корпорацию. Ты не хочешь денег. Ну, я же тебе сказал, почему я не хочу. Понимаешь, это уже будет не то. Это уже будет зависимость от других людей. То есть они будут решать, что ты будешь делать. Ну да. А не ты сам будешь решать. Возможно, мой успех, он и обусловлен тем, что я делаю так, как я хочу. Ну, в общем, там мне стыдно, конечно, что моя мама до сих пор за меня за квартиру платит. Бэби, пойми, тебе не должно быть стыдно перед мамой, либо передо мной за все это, да? Ну, ты как бы ты сам должен хотеть для себя денег, ты сам должен хотеть успеха. Ты сам должен хотеть новых классных вещей, ну, как бы... Почему у тебя такие низкие потребности, я не понимаю. Я не знаю. Это амфитеатр, он изображен на купюре в... Какой купюре? 10 тысяч рублей, по-моему. Да, точно, 10 тысяч рублей. Вот можно приложить бумажку и сравнить, вот 100%. Будет почти 100% совпадение, только вот без этого купола. По-моему, его нету на этой бумажке. Света, а ты чего так отошла? Что ты думаешь об этом сооружении? Устала. Устала? Чего ты устала? Мы же только что с тобой посидели. Ты уже устала? Устала ходить? Хочешь еще посидеть? Ну, пошли еще посидим. Насчет крыши? Да, подумал и решил, что мы не пойдем на крышу. Ну, в смысле? Давай сходим, как в детстве. Что как в детстве? У меня в детстве такого вообще не было. Я не хочу туда идти, я же тебе уже говорил, я тебе вчера все объяснил. Ой, ты тупо боишься. Ну да, может быть, я и боюсь. Какая разница? Все равно, в любом случае, я сегодня планировал встретиться сам. В смысле? А что я буду делать? Ну, ты можешь с нами пойти. Ну, зачем мне с ДТП видеться? В
смысле, зачем? Ты же знаешь, Анна — это подруга детства, я с ней уже год, наверное, не виделся. Ну и что? Еще год не увидишься. Ну так и пойду, я уже собирался, я уже назначил встречу. Как бы, а ты можешь, если хочешь, можешь пойти погулять куда-нибудь в торговый центр. Я запрещаю тебе с ней видеться. С какой стати ты мне запрещаешь? Ну, просто беру и запрещаю. Ну, как бы, это абсурд. Как бы, ты ограничиваешь меня, я не собираюсь такого отношения к себе. Ну, знаешь, Игорь, если хочешь быть таким свободным, ну, хорошо, тогда верни мне 5 рублей за еду, вот прямо. Ну, хорошо, окей, я тебе верну 5 рублей, но я запомню, что ты слово свое не держишь. Да? Угу. А, хорошо, знаешь что? Мне не нужны твои деньги. Знаешь, что тогда ты сделай, если ты меня любишь? Вот иди отдай деньги вот этому мужику. Отдай ему 5 рублей. Ну, я как бы, я люблю тебя, но ты же сама понимаешь, что у нас с деньгами как бы не очень. Зачем отдавать деньги какому-то непонятному мужику, тем более он какой-то пьяница сидит. Зачем нам отдавать деньги? Давайте лучше покушать куплю чего-нибудь. Мне не надо. Если ты меня любишь, иди отдай ему деньги. Окей. Я пойду отдам ему деньги. Держите. Держите. Возьмите. Все, я пойду навстречу. Хорошо, но ты об этом еще пожалеешь. Угу. Все там так красиво расставлено, там столы, все так торжественно, все так празднично. И все, пришла тамада, и начался трэш. Начались там какие-то тосты, какие-то конкурсы непонятные, в которых, конечно же, мне пришлось участвовать. Ой, кошмар, не, я тебя очень сочувствую, это же невозможно. Когда ты свидетель, тебе все вокруг и тебя, и жениха с невестой, и просто никуда не спрятаться, я понимаю. Ну так да, то есть ты играешь, считай, третью роль по важности после жениха и невесты. Ну еще свидетельница, конечно. И знаешь эти чизи шуточки про то, как о-хо-хо-хо, свидетель, ты должен переспать со свидетельницей. А вы хотя бы знакомы были или вы? Да, знакомы. Ну, да. Не, ну... Ну да. У меня уже так... Я пошел на свадьбу со своей девушкой. Вот. Понятно. Это еще хуже. Она, небось, скучала, потому что ты постоянно был занят. Ну... Ладно, в общем, чего это? Ты мне скажи, как твои дела в Витебске? Как? Так. Так это как? Да, ну,
не очень, как бы. Как у тебя с работы? В том-то и дело, понимаешь, что никак. Чего никак? Да, ну нет уже работы. Чего это нет? Да это дурацкая история, меня, короче, уволили. Ну, дурацкая история, расскажи мне дурацкую историю. Наверное, там что-то будет интересное, раз уж так. Ну, она такая, как бы, дурацкая, наверное, для меня, наверное, для начальника она не дурацкая была. В общем, я работала маркетологом на сайте, который технику продавал. Ну, название тебе ничего не скажет, так что... И, значит, у нас там работала буквально я и еще три человека. Там два пацана и Ксюша, девочка, познакомились. Вот, и начальник у нас был вообще просто дурак, самодур, ну, непонятно кто, ты знаешь, такой молодой, но видно, что папенькин сынок уже такой с пузом, все дела, и вообще он требовал уже спустя месяц работы каких-то таких показателей и по продажам, по продвижению, по всему, там, количество ему уже трафик нужен был, все, ну, короче, абсолютно что от меня, что, ну, от других ребят мы так пообщались, поняли, что он от всех такой требует, ну, короче, завели чат, где постоянно над ним стебались, глумились, иногда даже в его присутствии он там сидит. Мы начинаем хихикать. Ну, мало ли на чем мы хихикаем, он особо внимания, наверное, не обращал. Вот. Ну и, короче, он потом этот чатик запалил. Как запалил? Ну, мы, знаешь, типа в скайпе завели такой чатик. В скайпе? Ну, вы даете. Ну, мы общались в скайпе по рабочим вопросам, ну, решили, как бы, какая разница, завели там чатик общий, вот на нас четверых, ну, сидели, глумились на нем, постоянно троллили его, вот, и он как-то, видимо, не знаю, увидел ли он конкретно троллинг и шутки, или просто увидел, что мы чатимся в рабочее время, ну, короче, нас как-то подзывает к себе четверых, говорит, я вас, типа, уволю по статье. Ну, все такие сразу поджались, типа, с какой стати по статье, что вообще такое? Он говорит, за непрофессионализм, что, мол, чатитесь в рабочее время. Не знаю, может, его задело то, что мы про него там писали, потому что, в принципе, какая разница? Ну, параллельно там чуть-чуть это занимало времени. Но, наверное, реально как-то напрягся, что мы там над ним стебались, ну, при этом по-жесткому. Вот. И, короче, ну, все, сразу ребята офигели, Ксюша в слезы, пошла там сопли разводить. Ну, пацаны пошли ее утешать. Ну, типа, давай что-нибудь придумаем. Ну, короче, придумали. Пошли вечером за тортиком. Типа, в ноги кланяться. Ну, знаешь, такое. Опустите нас, возьмите назад. Ну, как-то выслушал их. Я, короче, с ними не пошла. Потому что, ну, это реально какое-то унижение, проситься назад. Ну, да, такая ерунда случилась, ну, как бы не конец света. А они пошли все вместе. И что ты думаешь? Короче, я прихожу на следующий день утром на работу. Они сидят, он их не уволил, все нормально. А меня уволил, говорит, все, до свидания. Ну, как бы класс, что не по статье, спасибо, но вообще это, конечно, идиотизм. Ну и все, вот я сейчас без работы. Ну, может, повезет, найдешь какую-нибудь. Не, ну что-нибудь найду, конечно, как бы, куда без этого. Вот, какие-то даже уже на собеседование ходила, на парочку. Ну, там, как бы, тоже пока... Тихо, они, видимо, очень много кого собеседуют. Я-то, в принципе, тоже, ну, не сижу без дела, что-то пытаюсь найти, но, знаешь, ну, как бы у нас тут особо не разгуляешься. Mm-hmm. Вот, а то, что предлагают, там платят такие копейки, что, ну, на них особо не проживешь. Вот, так что хожу на собеседование, пока, ну, не знаю. Главное, чтобы не спрашивали, почему предыдущую работу поменяют, потому что, ну, как-то врать об этом сильно не получится, а рассказывать правду никому не расскажешь. Ну, да. Короче, такая история идиотская. Слушай, я отойду на секундочку, хорошо? Да, окей, хорошо. Сиди, чай приносим.
Все, я пойду навстречу. Хорошо, ну ты об этом еще пожалеешь.
Привет. Привет. Как ты с Аней погулял? Скучно было. Ты голодная? Угу. Пошли ко мне, я